Деревня Клюшникова находится в километрах в 30 от Вологды, но без карты найти ее сложно, указателей нет, да и проехать здесь не каждый сможет. В 2002-м переписчики насчитали здесь всего 3 человек. «Зачем вы забрались в эту дыру? Именно так отреагировали родители, рассказывает Елена, когда узнали, что молодожены обживают дом, раньше использовавшийся исключительно как дачный. Ответ на вопрос вполне обычный – надоело скитаться по съемным квартирам. Это было 11 лет назад. Еще через некоторое время, когда на свет появилась старшая дочь, свое у них стало не только жилье. Как обычно, у нас все началось с детей. Для детей решили мясо свое, яйцо свое, молоко свое. Зачем покупать в магазине, если можно самим все это вырастить, и будет чистое мясо и чистое молоко. Скажи, кто рулит этой машиной? Вон той вот машиной. Папа. Кто ей управляет? Рэд. Ты управляешь? Папа. Папа. А ты что делаешь? Скажи, я помогаю. Помогаю, я там сижу. Теперь детей 3. Маленькие помощники занимаются прополкой, выгуливают собак, кормят козленка, который родился здесь же. Вика уже учится доить козу. И в то же время, как и все дети, любят смотреть мультики в интернете, общаться с друзьями. Вслед за Брейнертами в деревню 3 года назад переехал брат главы семейства вместе со своими детьми. Старшие учатся в школе, правда, в Сосновке. Мы ездим на машине папиной и дяди Тёмы. Ну, мы еще добиваемся дороги, чтобы лучше ездить в Сосновку. Там есть такой дом, мы туда ходим и просим, чтобы нам дорогу сделали. Дорога, пожалуй, единственное, что Брейнер там не сделает самим. Остальное – дело рук хозяев, начиная от парника до курятника, постройки для коз и даже инкубатора. Семья сейчас разводит в основном птицу, гусей и цесарок на мясо, в том числе на продажу. От кур получают яйца. Это позволяет окупить комбикорма и покупку уток, мускусных и породы индийский бегунок. В планах завести бычка, овец и очень хотят корову. Чтобы молоко давало и можно было делать свой сыр. Подспорьем в исполнении мечты могла бы стать победа в региональном конкурсе «Молодежное подворье». Его победители, ко всему прочему, получит денежные премии. У нас в области стартовал заключительный, финальный этап конкурса «Вологодское подворье». Как мы знаем, он у нас проходит в 2 категориях – «Молодежное подворье» и «Ветеранское подворье». Из муниципалитетов на финальную стадию к нам поступили заявки. По ветеранскому подворью 26 и по молодежному 25. Один район у нас не участвует. Финал – это, по сути, прием гостей. Подворье оценивает специальная комиссия, в которой в том числе 2 кандидата сельскохозяйственных наук. Мы смотрим, есть ли крупнорогатый скот, среднерогатый скот, сколько птиц там по разновидностям есть, приносят ли они приплод, даются ли они там, допустим, на продажу уже. Кроме победителей, будем выбирать тех, кто по направлениям может у нас выиграть. Это такие направления, как овощеводы, животноводы, там, цветоводы. Члены комиссии уже признают, даже с таким количеством направлений выбирать будет сложно. Есть еще и приз зрительских симпатий. Это решение уже будет приниматься с помощью голосования на сайте правительства. Оно стартует 21 августа. Итоги же конкурса в целом подведут 2 сентября на выставке презентации подворий, которая пройдет на одной из центральных площадей Вологды. Дарья Анфиногенова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.